Всем привет! Вы на канале Viva Decor. Hello everyone! Nice to see you on my channel. В сегодняшнем видео я покажу вам, как делаются вот такие цветы диаметром 25-30 сантиметров для оформления фотозоны, декора стен, потолков, ну и так далее. Серединки могут быть разные. Здесь серединка из бумаги, здесь с использованием золотистой веточки. Как сделать такие листики, вы можете увидеть видео, ссылка на которое будет под этим видео. In this video, I show you how to make crepe paper flowers diameter about 25-30 centimeters. You can use to make wedding backdrop or room decorations.